Еще раз добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Сейчас проведем обзор по коллекции по брейку MVP 23-24. Вот, номер один. Не знаю, будет там номер два, нет. Так, начнем с Ice Battle. Так, Якуб Варачек у нас Коламбус. Рейли Смит это у нас Вегас. Джей Ти Миллер Ванкувер. Джек Оттингер – Даллас, Джейден Шварц – это у нас Сиэтл, Марк Стоун – Вегас, Джордан Эберле – Сиэтл, Элли Толванин – Сиэтл, Колдон Парейко – Сент-Луис, Джейсон Робертсон – Даллас, Лукас Раймонд – Детройт, Чарли Маквой – Бостон, Виктор Хедман – Тампа, Кевин Лабанк – Сан-Хосе, Эвандер Кейн – Эдмонтон, Джек Айхилл – как его звать-то? С Вегас, Кирби Датч – Монреаль, Райан Макдонах – это у нас Нэшвилл, Якоб и два новичка. Просто вот они внизу подписаны, я просто еще первый раз скрываю. Вилл Куйли, наверное, так, и Якоб Пелит. Пелитри, ну, как-то так, короче. Рейнджерс и Калгари. Вот такие вот новички. Так, далее. Давайте с талантов начнем, наверное. Четыре карты у нас, имею в виду, как бы базовых назвать. Это у нас для Лос-Анджелеса, Энзо Копитер, Адам Фокс для Рейнджерс, Роман Йоси для Нэшвилла и Джон Карлсон для Вашингтона. Так, Айс Рэпс у нас. Райан О'Релли для Сент-Луиса. Кейли Акпоса Баффало. Джонатан Тейс Чикаго. Я просто этих зверушек не буду называть, потому что кого не знаю, кого там, это так что просто игроков. Так, Стивен Стэмкос для Тампы. Так, три карты. Альтер... Ну, не прочитаю так сразу. Альтернет Трейдс, короче, это у нас Девилс. Джек Хьюз, Даг Хамильтон и Ванечек Витек. Это Девилс. Далее для Бостона Дэвид Пастернак, Чарли Маквой и Джереми Свайман. И голд, наверное, вариант, но не тиражный. Для Далласа Тейлор Сегин, Райан Саттер и Джек Оттингер. Вот такой вот вариант для Далласа. Так, это у нас скрипты. Это Рихард Райкел, Питтсбург. Это Якуб Варачек, Коламбус. Это у нас Джек Оттингер для Далласа. Это Джим Реймер для Сан-Хосе. И новичок Джексон, не знаю, как правильно, Стаубер, наверное, для Чикаго. Так, новички. Якоб Пелитер, наверное. Ну, короче, Калгари. Иоанна Коппанен. Или Капкопанин, наверное, так, для Бостона. Ой, короче, тоже не выговорю. Айлендерс. И этого не выговорю. Торонто. Леви Девон, наверное, так, Бостон. Баффало, извините. И Артурс Силовс для Ванкувера. Далее у нас выпали. Еще забыл, пропустил. Старлинг. Это Александр Барков для Флориды. Это Патрик Бержерон для Бостона. И Дилан Ларкин для Детройта. И вот такая вот тиражная карта. Калгари Флеймс. Якоб Маркстром. 231 из 250. Ну, в общем, ничего не забыл. Ну, в общем, на этом все.
Еще раз всем спасибо. Блоки есть по этой коллекции, так что жду желающих. Все, до скорых встреч. Вы можете полюбоваться на витрину. Вон вам капризов. Ну ладно.